89-й склад? Да. Здорово, Айрис. Здорово. Здорово. Помню. Да, как ты меня узнал? Да я не знаю, что-то... А вот там вот стояли, да? А, бля, я еще симку... Здорово, чат. Поэтому что запустила вообще. А у меня тут лайв, типа, ругается на донат-алерт, и, короче, стримлаб, типа, убивает. Она не работает у нас. Да, и она, короче, ругается очень на сильно. На Киевстаре работает она. Да и Киевстар симку в кошельку, а кошелек я не знаю где. Либо в Киеве оставил, либо тут, либо сперли. Я не знаю, где он, если честно. Я что-то не помню, куда его положила. Я с утра собиралась и не знаю, где он вообще. А ты кого смотришь? Братишкина? Сам Братишкина? Да, ты что, я Братишкина уже давно. А, да? Я в 89-м был. Я стримил вот это. Серьезу? Да. А, так блин, точно, ты ливнул. Ну да, я ушел. Все, да, я вспомнила. Да, я вспомнила, вспомнила тебя, да. Круто было. А чем ты сейчас занимаешься? Не стримишь уже? Нет, я вообще ничего не знаю. Что-то не пошло тогда, да? Не, ну не то, что не пошло, просто там семья уже начались травмы, пришлось ливнуть. Ничего не было делать. А, поняла. Ну а там тоже было постоянно стримить. Так вот бывает. Ну да, нужно было там. Чуть-чуть проебался. Ну, бывает, да. Ну, ничего, все нормально будет. Что там, как?